А какие ошибки привели вот к разводу? Твои ошибки? Нет, у меня не было ошибок. Я любила, и все, весь мой мир был вокруг мужчины. Были такие яркие отношения, знаешь, говорят, счастье любит тишину. Наверное, это где-то и так, но я такой человек, что я не могу. Мне кажется, когда ты любишь, ты хочешь кричать о своей любви. Собственно говоря, если это можно сказать как ошибка, да, что просто мне больнее было переживать расставание, потому что это не только была моя боль, но это было так очень публично. Все растиражировано, и вдвойне это тяжелее, когда это еще публично все происходит. Что касается и моих ошибок как женщины, я могу одно сказать, что вся жизнь была вокруг мужчины. И зачастую я жертвовала даже собой, своими целями, своими планами. Вот это категорически делать нельзя.